Доброе утро, дамы и господа. Мы находимся в Вородеро, в минивэне. И едем в Гавану. Сказали, что будет русскоязычный гид. Но на самом деле Мигель всех, так мягко скажем, обманул. Куда-то сейчас вот вышел. И мы едем в Гавану без русскоговорящего гида, но говорящего хорошо на английском. У нас есть девушка Ирина. Вот. То есть она... Да, Республика Беларусь. То есть она лучше, чем Лукашенко, говорит на английском. Вот. Классная шутка. Да, и, короче говоря, она обещала, что будет нам переводить. Ее сумка трансформер. У нас есть еще люди, которые говорят и понимают по-английски. Да, но они стесняются. Very little, very little. Little like me too. Вот. Да. Нас едет 5 человек. Стоит эта экскурсия для нас 140 кук. Гривен. Да, с машины. Да, то есть, грубо говоря, на пятерых это по 28 кук. Сказали, что завезут куда мы хотим. На фабрику сигар, в Капитолий. Еще куда? Мы продолжаем движение в сторону Гаваны. Проехали минут, наверное, 20. Вот этот вот Мигель. По-русски не говорит, но говорит хорошо по-английски. А вот наша Ирина, маленькая, она хорошо переводит. Хорошо, это ты сильно сказал. Да? Да. Ну, все равно. Лучше, да, лучше, чем ничего. Вот Дима, он чего-то сегодня молчит. Такой спокойный. Трезвый когда, потому что. Умиротворенный. Он в гармонии сегодня сам с собой. Мы заехали в какую-то кафешку. Вот. Здесь, короче говоря, отжигают. Мы побывали в придорожном кафе для туристов. Цены здесь тоже туристические. Пинаколада стоит 5 кук. То есть, если даже в городе, в самом дорогом ресторане, она стоит 2,5 кука, здесь она стоит 5. Половина лобстера. Да, половина лобстера, грубо говоря. Мы идем к своему минивэну. И продолжаем движение в сторону Гаваны. Проехали где-то час. Мы подъехали к Гаване и заехали уже в город Гавана. О, Че Гевара.
You look about the movies Buena Vista Santa Cruz. Buena Vista. Okay. Cool, is that? Cool.